В управлении регионального Роспотребнадзора подвели итоги оздоровительного сезона в республике. По данным ведомства, в Туве функционировало 192 оздоровительных учреждения, в которых отдохнуло около 17,5 тысяч детей. За пределами республики отдохнуло 1025. В прошедшем сезоне санитарно-эпидемиологическое заключение на места купания детей не выдавалось. Аварийных ситуаций не зарегистрировано. Особое внимание было уделено организации питания. В рамках контрольно-надзорных мероприятий выявлены случаи нарушения технологии приготовления блюд, условий транспортировки скоропортящихся продуктов, правил хранения сырых и готовых продуктов и оформления сопроводительных документов. Отмечались также случаи несовпадения фактического рациона с утвержденным примерным меню. За нарушение в организации питания в оздоровительных учреждениях в отношении начальников и медицинских работников составлено 307 протоколов об административном правонарушении и вынесено 256 постановлений. Проведено 232 исследования готовых блюд на состав ингредиентов и суточную калорийность. Несоответствие гигиеническим нормам выявлено в 49 пробах. Не выявлено случаев нарушений по данному показателю в лагерях Улухемского, Чахольского и Авьюрского районов. Получить водительские права можно будет в многофункциональных центрах госуслуг, сообщается на сайте Госавтоинспекции Министерства внутренних дел России. 14 октября вступит в силу приказ МВД, вносящий изменения в два административных регламента ведомства, согласно которым появится возможность сдать документы и получить оформленные подразделениями Госавтоинспекции российские национальные водительские удостоверения при их замене или утрате и международные водительские удостоверения через МФЦ. При этом установлен максимальный срок предоставления государственной услуги, который составляет не более 15 рабочих дней. Новые регламенты расширят перечень документов, которые заявитель может представить по собственной инициативе. К примеру, при предъявлении заявителем заграничного паспорта дублирующие записи на латинском языке в водительском удостоверении будут приводиться в соответствии с паспортом.